Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Яна Чихальда. Новая типографика. 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и тыцнуть пальцем в колокольчик. Обзор этой книги сделан совместно с компанией Master Bundles, маркетплейсом цифровых элементов для создания превосходных дизайнов. Любой дизайнер может несколько кликов загрузить сюда свои работы и начать зарабатывать прямо сегодня. Все подробности по ссылке в описании, а мы начинаем. Факт первый. Отказ от личного тщеславия. Дизайнер должен стремиться к созданию целостной композиции. Не стоит использовать чересчур оригинальные шрифты в едином произведении. Проявление индивидуальности мешает единому формообразованию. Адаптация формы. Современный читатель сталкивается с множеством печатных материалов. Количественный фактор влияет на форму продукции. Информация должна быть подана кратко, чтобы не отнимать много времени на изучение. Нынешний пользователь не вчитывается внимательно в каждую строку, а пробегает текст бегло. Третий факт – асимметрия. В новой типографике преобладают асимметричные формы. Они выглядят логично, обладают большим визуальным воздействием. Необходимо убрать украшательство. Рекламная продукция служит для привлечения внимания. Ее содержимое должно легко восприниматься, будь то текст, графика, фото. Декоративные элементы, не несущие смысловой нагрузки, следует убрать. Орнаменты транслируют наивное ребячество. Когда человеку не удается создать четкую конструкцию предмета, он начинает приукрашать его дополнительными элементами. Любые, даже качественные и детализированные орнаменты смотрятся плохо. Их добавляют, когда структура несовершенна, с дефектами. Контраст как инструмент выделения. Во время чтения взгляд перемещается по тексту, переходит от объекта к объекту. Согласно новой типографике, нужно делить текст, используя формы, размеры, расположение блоков. Оригинальная форма особенно заметна рядом с кардинально отличающейся структурой. Цвет как элемент воздействия. Раньше цвет использовался в качестве декора и не имел смысловой нагрузки. Новая типографика применяет его для получения желаемого эффекта. Сам оттенок, усиление или снижение его интенсивности обладает воздействием. Восьмой факт. Единый шрифт экономит деньги. Унификация шрифта способна высвободить колоссальное количество энергии, что отразилось бы на разных жизненных сферах. Антиква и гротеск, составляющие части двух алфавитов, выбор в пользу гротеска способен облегчить обучение письму, рисованию, орфографии. Многообразие – результат произвола. Современному человеку приходится изнурительно бороться с многообразием, которое возникло вследствие необдуманных действий потребителей и производителей. Это не имеет ничего общего с удовлетворением индивидуальных потребностей. Заключительный 10-й факт – эффективность пустого пространства. Плакаты, на которых полностью запечатано пространство, создают ощущение хаоса. Пустое место привлекает внимание, выделяет текст, усиливает эстетическое воздействие. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Новая типографика». Подписывайтесь на канал, тыцайте пальцем в колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».